подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал из завода. С вами Дима, и я продолжаю проходить игру Dying Light 2. Ну что, в предыдущей серии мы с вами немного отвлеклись от основного задания. Выполнили побочное, дезертированное называется. И если интересно, можете посмотреть предыдущую серию. Довольно-таки занятно было. И очень-очень, если честно, запутанно. Вот, и теперь мы продолжаем. Основное у нас задание — это нужно еще одну антенну нам включить для вот этих вот людей в синем. Но нам вроде генерал-майор, капитан Сия, вот этих вот людей, обещал, что поможет нам сразу после включения большой вышки и подключения вот этих вот трансляций по всему городу найти мою сестру Мию. Но он мне, короче, обманул меня. Он меня, походу, обманул и хочет мной немного попользоваться. Не знаю, насколько немного. Поэтому сейчас пойду еще для него выполнять одно задание. Это включить надо вышку. Еще одну, чтобы усилить эту трансляцию еще больше. Так, а где она находится? Где-то вроде бы как рядом. Да, она, вот она. Неизвестное место, отслеживать хорошо. Она вроде рядышком. Вот это что ли? А, ну да, вот это здорово. Блин, а как туда залезть-то? Ладно, сейчас сюда разберемся. В общем, пойду я сейчас еще одну включать. Это еще что? Ты что такое? Не знаешь законов? Каких законов? Я сейчас. Не знаю законов. Сейчас. А, но браслет не работает. Должен быть в рабочем состоянии 24 часа в сутки. Ну, батарейка, наверное, села. Чё ж сделаешь-то? Новую купить надо. Я. Алло. Ты чё делаешь, алло? Уйди. Уйди. Нехорошо. Нехорошо кушать людей. Гангрена. Мне гангрена не нужна. Гангрена мне не нужна. Так. Там... стой, я ж хотел запрыгнуть. Чё не запрыгнул-то? Вот. Понятненько. Ладно. Пойдем, значит, просто к этому зданию. Внизу постоим. Посмотрим, подумаем, как можно забраться наверх. Блин, да, у меня почему-то игра глючит. Я не знаю, или не игра, или комп сам. Короче, что-то у меня лагает. Времени пока нету с этим разбираться, но я обязательно буду разбираться. Скорее всего, мне на вот эту... Ты чё орёшь? Кстати, надо пушку улучшить уже. У меня там улучшение есть. Так, подожди, давай вот сюда. Ага. А чё, здесь нет? М-м. Не запрыгнул. О. Кому? Чё? Кто это говорит? Чё за рация? Прием, меня слышно? Я не знаю, сколько еще. Прием, сраная рухлядь. Луан, я нашел старую рацию. Кто-то просит о помощи, но сигнал слабый. Ладно, защитник угнетенных. Будь рядом с тем, что усиливает сигнал. Когда-нибудь слышал об антенне? Спасибо, Луан. Смотри, не упади, ладно? Так, это еще одно дополнительное здание. Мне как раз таки туда надо, наверх. Ну, пойду по пути зайду. Чё нет-то? Там надо и включить ее. И как раз подслушать, кто говорит. Подслушать. Узнать вообще, кто говорит. Там какая-то бабушка, по-моему. Эйден, ты говорил с Луан.
Нет еще. Черт. Она не приходила в закусочную. Не отвечает по рации. Ну и где она? Не знаю. Извини. Извини. В пизду. Ты паршивец, Эйден. И здорово нам поднасрал. Ты отдал им станцию, зная, что нам поднасрешь. Если слон опять что случится, пеняй на себя. Стоп, притормози, Фрэнк. Что значит «опять»? У Луан есть список жертв, она им одержима. И я уверен, что этот список в конце концов погубит ее. Возьми себя в руки, Фрэнк. Я сообщу, если удастся связаться с Луан. Да, черт. Ну, естественно, теперь во всех бедах будут винить меня. Типа я виноват во всем. Да насрать на него, я без ингибиторов прекрасно себя чувствую. А вот этот ящик я обыщу. Че, гангрена? Нет, дешевая мачете, не нужно мне оружие. Хотя сколько у нее урона? А почему ничего не пишет? Ладно, возьму потом чек. Но если что, просто выкину. А, вот он ингибитор. Ну ладно. Раз он тут рядом, его я подберу. О, еще один. Могу навык поднять. Это хорошо. Так, а навык. Что у нас? Выносливость или здоровье? Давайте выносливость. Не буду изменять себе. Кстати, я же хотел улучшить эту пушку, пока она не поломалась до конца. А, так. Вот. Нет, вот это, да? Так, изменить. А, у меня тут оснований нету. Блин, а? Это плохо, ладно. Значит, вставляем сюда заморозку. Вот эту. А потом еще чутка поломается, еще одну вторую ставлю. Блин, сколько здесь много цеплялок-то этих. Прием, Лэнс. Слышишь меня? Заперто. Ебучая электрическая подстанция. В даунтауне. Есть. Шанс. На нижнем уровне. Нижний уровень, электроподстанция даунтауна, так? Ну уже, слышишь меня? Зараженные. Идут зараженные. Я иду. Держись. Бля, это что, бабушке помогать надо? Ладно, сейчас я-то быстро сгоняю на самый верх по основному заданию, а потом пойду туда. Блин, а не ловушка ли это? Не знаю. Так, сейчас опять немного позалагало, не знаю почему. Так, что я хотел сделать? Я хотел поменять основное задание. Я ж на месте вроде. Забраться вот наверх. Мне еще выше надо. А как мне наверх-то забраться? Неужели через эти? Через коридоры внутренние. Больше никак, наверное, да? Так, ну это вниз у нас. Мне вниз не надо. О, так я по сути могу в любое место зацепиться. Хм, а я не знал. Я думал только в определенные. Так, ладно. Сейчас разведаем, что у нас на этажах. Топор, ладно, заберем. А вот здесь и наверх.
Блять, тут походу их много, да? А где заморозка-то? Чё она не работает? Ой, устал. Блин, прикольная пушка. Даже лучше, чем этот катана, которая у меня была длинная. Ух ты, как я ловко забрался наверх-то. Так, а здесь? Угу. Так, короче, у нас расклад такой. Сейчас я прыгнул, чуть не упал, опять у меня заглючил. Походу, у меня все-таки комп подтормаживает, не знаю почему. Да, в смысле? Ага. А так-то нам еще вниз спускаться, а я даже слететь не успею. Я думаю, или успею. Так, а здесь куда? Чего? Тупик? А, нет, вот сюда. Чуть не провалился сейчас. Почти устал. Ну ничего. О, хорошо. Так, это что у нас, финишная прямая? Джек, я у первой антенны. Хорошо, ты знаешь, что делать. Что делать? Подключить ее просто надо. Сейчас сначала заберу все, что здесь можно забрать. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак. И как мне туда добраться-то? Что-то здесь прям все запутано, как-то мне кажется, не? Ну подождем, катаемся. Сейчас проедем, и надо будет прыгать, скорее всего, да? Ага. Кашель. Ничего, будь осторожен. Там могут быть ренегаты. Ренегаты, да мне срать на них. Я их победю. Тем более, я думаю, вряд ли они сюда как-то могут добраться. У них мозгов не хватит. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее. Ага. Чего?
Ну мне что, да, надо, да? Ага. Так, это тоже сбросить. Мало ли, вдруг я сейчас сорвусь. А, здесь вообще, вон, я понял. Ух, так, ну чё? Ну, почти самая высокая, да. Та антенна, конечно, выше. То здание. Ну и чё? Открыл. Здание завершено. Я красава. Чё дальше? Алло? Настройте частоту. Отлично. Антенна включена. Молодец. Браво. Мясник явно этого не ожидал. Следующее. На крыше жилого дома на пересечении бульвара Куин-Харриет и Даунтаун-авеню. Когда-то ты служил с мясником. Знаешь, что он замышляет? Я правда не знаю. Мясник всегда был для меня загадкой. Хороший командир всегда ценит хороших солдат. А он никогда, никогда. А сейчас, что бы он ни замышлял, его надо остановить любой ценой. Что это было? Ого. Без понятия. Я видел огонь и дым. Ренегаты. Они что-то затеяли. Попробую узнать. Конечно. Короче, он меня совсем завербовал. Теперь я на него как мальчик на побегушках. Изучите место взрыва. Теперь нам нужно. Но у меня же также есть еще одно задание, которое я случайно взял. Охота за сокровищами. Что? Отдал мне зашифровку? Нет. А, так, нашел. Вот, вот это. Вот это я хочу выполнить. Куда мне надо? Вот туда. О, так там же свои вроде, не? Так, главное успеть долететь-то до этой крыши. Черт, Эйден, ренегаты только что уничтожили антенну. И собираются уничтожить еще одну. Поторопись, это последнее. Нужно успеть туда раньше них. В смысле, блядь? В смысле, блядь, вы покидаете... Типа, мне выбора нету, надо бежать только по основному заданию, да? Ой, ну ладно. Так. Где сюжетная? Вот она. Ну ладно, пойдем, значит, на этот взрыв. Где он там был? Сейчас включаем. Отлично, антенна включена. Опускаем. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, взрыв, погнали туда. Спешу как могу. Да тороплюсь. Вообще-то у меня тут выносливость заканчивается. Она у меня не бесконечная. Посрать на этот контейнер. Мне интересно, а как мне надо было долететь быстро-то? Так, ренегаты тоже мне не интересно. О, здесь я подлететь могу, да? Ну, а чё не взлетаем? Вот. А вон она банда стоит.
Подожди, подожди, получай. А у меня... Ух ты! Ты, блядь. Ух ты, блядь. И он мне вмазал, и я ему. Так, чуть-чуть осталось. Быстрее, 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 туши. Ой, успел. Джек, ты здесь? Джек, я уничтожил пушку. Это доктор Стивен. Джек, мы сейчас занят. Что-нибудь передать? До сюда. Но, сэр, вам нужен отдых. Отстань от меня! Эйден? С уродами разобрался. Пушка больше не помеха. Рад это слышать. Кто это там говорил? Никто. Доложи, когда включишь следующую. Чё, а он чё, типа в больничку попал? Походу, ему там совсем плохо. Так, время у меня не тикает. Бежать никуда надо. До следующей антенны. Ага, тут, в принципе, рядом. Вот теперь я могу и основное, ой, побочное выполнить. Вот это. Где? Живые мертвецы, вот. Нужно в место, которое я захватывал, идти почему-то. Не знаю почему. Как раз это по пути туда сбегаю, а потом и вторую вышку активирую. Ну да. Почему отсюда доносилось? Непонятно. Лэнс, где ты? Меня чуть не сцапали. Пожалуйста. Но где? Я ничего не вижу. Так, у меня такое чувство, что она внизу. Ворота заперты. Должен быть другой вход. Кто-нибудь, пожалуйста. Повторяю, мне нужна помощь. Меня кто-нибудь слышит? Я слышу. Что за хрень? Может, это ловушка какая-то? Ну да. О, сука, я опоздал на несколько лет. Это Лэнс Голлагер. Припасы заканчиваются. Я не знаю, сколько я еще здесь продержусь. Я укрылась здесь, пытаясь спрятаться. Они столпились у двери. Я в ловушке. Ёбаная подстанция. Но еще есть шанс. Если меня кто-нибудь слышит, я на нижнем уровне электрической подстанции. В даунтауне. О, господи. Они идут сюда. Зараженные. Они идут. Помогите. Боже мой.
Они наконец-то ушли. Я в безопасности. Это Лэнс Голлагер. Припасы заканчиваются. Эта запись была сделана много лет назад. А когда вернулось электричество, начала играть по кругу. Да уж. Ну, зато опыта накинули. И новый навык у меня появился. Так, новый навык паркура. А что я хотел? Рывок на пару секунд. А тут, кстати, есть рывок. Удержите shift во время бега, чтобы двигаться быстрее, пока есть выносливость. Это, кстати, крутая штучка-дрючка. Крутая, но... Прыжок после скольжения нет. Быстрый подъем. Вот, вот это я хотел прокачать. Чтобы быстрее по отвесным стенам забираться. Так, больше ничего тут интересного нету? А-а. Так, ладно, покидаем. Можно теперь идти и подключать еще одну антенну. Оно автоматически выбралось. Так, вот она, рядышком. Ну, я думаю, проблем не будет у меня, и я быстро смогу ее подключить. Кстати, я там наверх могу забраться. Во, теперь хоть поживее добираюсь. Меня она тоже избегает. Мне насрать на то, что происходит между вами. Но если с ней что-то случится, я тебя убью. Понял? Отстань. Она вышла на связь. Сказала волноваться не о чем и отключилась. Лучше от нее отстать. Это я и собираюсь сделать. Хочешь, ищи ее сам. Вали нахер, гаджо. Да... Отношения у меня с ним не очень. Так, а что я тут делаю-то? Можно я пройду как-то молодые люди? О. Рядом контейнер с ингибиторами. А что происходит? Что-то какие-то телодвижения непонятные. Что-то прыгает, пыжится, пытается. Так, куда мне? А, вот это что ли? Так низко? Или это просто усилитель? Антенна работает. Хорошо, а пока... Я готовлю текст для новой компании. Поможешь? Чего? Текст? А что с доктором ВГМ? Ты запарил уже. Я бы лучше поговорил о докторе из ВГМ. Ёп. Вот, бля! Что случилось? Кто бомбит? Доложи, солдат. Ренегаты. С пушками. Суки. Как антенна? Останови их! А чем я, по-твоему, занимаюсь? Антенна пока в порядке. Они как муравьи везде отовсюду лезут. Так, минута. Я понял. Свали! Ух ты, нихера себе, ты кто такой? Огнедышище какое. Так, мне еще хпшку надо восстановить. Че происходит? Зачем мне меню? Блять. Так, отлично.
Эй! Думал, успею. Пошел нахер. Блин, потно. Джек, все путем. Хорошо, к нам приходит все больше людей. Приходи на корабль. Один новобранец знает, как найти твоего врача. Скоро буду. А куда идти-то? А вот 500 метров. Ну, наконец-то. Теперь хоть что-то о враче узнаю. Так, ночь, да, у нас? Да тут мест безопасных полнище просто. Тут интересно, если я буду бегать по КД все точки подключать безопасные, то мне кажется, я в итоге вообще вниз спущусь, а я везде буду безопасные точки. Тупо бежать некуда будет. Точнее, ну, темных зон не будет вообще. Вон, вот целый район. Вот уже совсем близко, через дорогу буквально. Вон тоже через дорогу. Да тут их да херище и больше. Так, ладненько. Значит, нам сейчас нужно до корабля и пообщаться уже с Джеком Мэттом. Я вроде все выполнил, что можно было, что не можно было. Терпение у меня, конечно, железное, но оно не резиновое. А что такое? А, это типа дождик. Я думаю, что за круги? А на этом все. Всем тем, кто досмотрел до конца, обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень важно для развития канала. Всем пока!